У листопаді у місті Ворохта Івано-Франківської області відбувся відкритий чемпіонат України з боксу серед юніорів 2007-2008 років народження, на яких наш словочанин Данило Рибченко, вихованець відділення боксу КДВ США та клубу боксу «Гранд», здобув перемогу. Важливо, що він був єдиний переможець у всій збірній команди Київської області. У змаганні взяли участь понад 250 спортсменів майже зі всіх регіонів України. На цій неділі ми побували на тренуванні наших боксерів и поспілкувались с переможцем и его тренером. В этот раз было чуть-чуть сложнее с дальнейшими нашими сейчас событиями, но первое место в кармане, это значит все хорошо. А в чем сложность? Те же соперники, более мощные соперники, или тебе уже уважение как участнику чемпионата Европы больше? Сложно было в том, что было с такими обстоятельствами сложно тренироваться. То есть с те же самыми тревогами того рода. Все же таких условиях, все же, в принципе, в одинаковых условиях. Везде же тревоги. Ну, я же выиграл, значит, я был лучше тренировался. Да. А в чем преимущество тебя было в этот раз? За счет чего тебе удалось выиграть? Ну, в этот раз, наверное, больше тактика и... И длинные руки. И да? Длинные руки, да. Я так понимаю, когда тебя видят на ринге, сразу понимаешь, что в ближнем бою ты не работаешь. Ты работаешь на дистанции, так? Ну, да, я думаю. А как, накачанные руки у тебя позволяют наносить хорошие удары? Или ты не нокаутер? Не нокаутер. Не нокаутер. Дальняя дистанция – это мое. Дальше будет чемпионат Польши. Да, матчевая встреча, на которой из-за того, что я выиграл, еду. Ты едешь? Да. А как там надежды? Выиграешь? Будем рвать Польшу. Как тренер вообще воспринял твою победу? Или вы верили вдвоем, что вы обязательно победите? Ну, верили, это понятно, что все верили, все знали, что выиграем. Ну, тренер обрадовался, сказал, молодец, надо готовиться к Польше. Что-нибудь тренер добавляет тебе в приемы или заставляет физикой заниматься, чтобы ты, независимо от тревог, сирен, все равно дома занимался по возможности? Ну, конечно, заставляю дома, чтобы занимался. Самоподготовка. А то, что ты член молодежной рады, это не мешает? Не, не мешает. Это наоборот, укрепляет. Да. То есть ты всю молодежную раду в руках держишь? Ну, не держу, но как минимум участвую в ней. Да, ну ты, твоя мечта сбывается, физзарядку они по утрам делают? В процессе. Да. В процессе работы, да? Да. Ну, поздравляем, удачи. Спасибо. Тебе. Ну, ты растешь. Там все время на тебя все вышло. Ну. Молодий організм, растем. Спочатку ми спитали у тренера Ігоря Глущенка, який зараз готує нових спортсменів до наступних змагань. А чи є шанси у словотичан? Шанси завжди є, як будуть готові. Зараз всі в таких условиях, я думаю, що у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но... Ну, тревоги і сирени, вони звучать везде, поэтому как бы все приблизительно одинаковые. Ну, у кого-то ж є зали в підвалах, тим попроще. А у нас, якщо тривога, так всіх виганяють з зала. Ожидаємо була победа, Данил? Ну, я рассчитывал, уже должен выигрывать. Как бы уже опыт, и на Европе побывал, Украину выиграл. Рассчитывали, должен был выигрывать, да. А в Польшу сейчас поедет, там нет опасных соперников? Или там сложно сказать, кто есть хороший, кто плохой? Кто сильный, кто слабый? Ну, поляки, в принципе, не сказать, что такие сильные, команда сильная, но есть неплохие у них боксеры тоже, поэтому, ну, прогулки, думаю, не будет в любом случае, чтобы только состоялись эти, эта матчевая встреча должна быть, чтобы она состоялась только. Ну, тут главное выехать с территории Украины, а там же в Польше, я так понимаю, что все более-менее спокойно. Ну, да, чтобы была бы именно эта матчевая встреча, я думаю, сборная поедет боксировать, потому что надо готовиться. Так это поедет сборная, это победители вот различных турниров, там чемпионата Украины и призеры. Это только был, вот эти, на этих соревнованиях это был первый просмотровый турнир в сборную команды Украины. У них чемпионат будет в апреле месяце. Вот сейчас кто выиграл эти соревнования, я как понял, эти поедут в Польшу туда боксировать. Ну вообще сейчас сложно заниматься, тренироваться? Вообще у ребят нет вот отлынивания от того, что да, ну, темно, там, скользко, там, шум, с тревоги, или ходят с удовольствием? Ну, кто хочет, тот тренируется, кто не хочет, понятно, ищет там причины, да. Ми ще раз привітали Данила Рибченка та його тренера Ігоря Глущенка з перемогою та побажали їм майбутніх тріумфів.